Челябинца осудили за убийство 36-летнего сына. Мужчина узнал, что его любовница – мачеха, и в гневе убил сына и сжег его тело вместе со своим домом. Подробности шокирующей истории у Алены Маркуниной. В зале суда Борис Шарафутдинов признается, он не хотел убивать сына. 36-летний Салават приехал к отцу в надежде начать новую жизнь. Поселился в соседнем домике рядом с отцом, но отказаться от своих пагубных пристрастий к алкоголю взрослый сын так и не смог. Через 4 дня после новоселья отец вновь застал его пьяным. Ну, пьяный человек. И начал высказывать мне, что ты мне опять воспитывать пришел. Я ему сразу говорю, да нет, нет, я пошел в холодильник, курицу взять. Я говорю, курицу достал, оборачиваюсь. Он уже вот с обрезом уже в руках, вот, с обрезом в руках. И я тебя вот сейчас убью. По словам подсудимого, он выхватил оружие, пытаясь защититься, и выстрелил в сына в упор. А когда мужчина понял, что убил родного человека, испугался и решил скрыть преступление. Пошел бензин, взял 5-литровую канистру, на пол налил прямо от порога и поджег. Вы жалеете о том, что совершили? Фу, да, конечно, я очень сожалею об этом. Он же сын мой. Была принята во внимание версия Шарафутдинова, которая говорит о том, что имело место превышение необходимой обороны. Однако органами предварительного расследования, а также в судебном заседании установлено, что данная квалификация не соответствует действительности в связи с тем, что когда Шарафутдинов нанес смертельную рану своему сыну в область грудной клетки, то сын не представлял никакой опасности для подсудимого. Во время допроса супруги подсудимого выяснилось, опасность взрослый сын все-таки представлял для семейной жизни своего отца. Женщина призналась, у нее с пасынком завязался роман, и причиной убийства могла стать ревность. Шарафутдинова Бориса Гонгаревича признать виновным в совершении преступления присмотром части 1 статьи 105 УК РФ, назначим наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима. Прощайте. Да, прощайте. Борис Шарафутдинов признался, сейчас он переживает не за себя, а за судьбу своего второго сына. 7-летний мальчик почти на 9 лет остался без отца. Алена Маркунина, Тимур Баташев, 31 канал.